входим внутрь, и вот он. Мемориал Доги. Тому Кайф. Самому мему, который... Пацаны и пацаны, всем доброго привет! 13 прям глупейших пасхалок от Мистери Форс, старый видос. Продолжаем смотреть всякие старые видосики. Если нравится, то пальчики обязательно ставь аванчиком. В любом случае, всем, кто ставит, огромное спасибо. Комментарии пишите, чем больше, тем лучше. Естественно, подписывайтесь, организуйте с бубенцами. Еще раз напомню, что у меня есть Телеграм, ссылочка на него внизу. Чтобы мы были с тобой на связи, вне зависимости от судьбы Ютуба, буду рад тебя там видеть. Все, поехали, смотрим, что за глупейшие пасхалочки. Привет, с вами я, Дима, и давненько не было у меня на канале пасхалок, тем более дебильных. Вообще, у меня в последнее время игровых... Вот я такие хочу смотреть, не хочу смотреть никакие жуткие, никакие страшные, это все не надо. Все, глупые пусть будут. Все меньше и меньше по причине отсутствия идей, буду с вами честен. Поэтому, если есть какие-то мысли, идеи, то пишите. Говорили вы, что на самом деле звук у Мистери Форс что-то тиховат в видосах. Это, к сожалению, у него вот тиховато в принципе, просто, как бы. Поэтому, я не знаю, громче, к сожалению, сделать особо нет возможности, но вроде нормально. Но вроде проверял, нормально все слышно, все окей. Пишите желательно в директ, там прочитаю обязательно. Ну и я, как всегда, долго не затягиваю. Вот она, первая пасхалка. Поехали. Пасхалка, которая порядком под... уже всех пасхальщиков, я уже не раз рассказывал вам об этом. А я мало смотрел про пасхалки, поэтому вообще про них ничего не знаю. Этой рыбе это Dopefish, которая появлялась в играх с очень давних пор. В 91-м году она впервые появилась в игре Commander King 4. Ну вот, что-то знакомое. Только сказал, что я не смотрел, ничего не знаю, но что-то знакомое вот это. Символом. Может, читал где-то. Для кино, которое, скорее всего, все из вас слышали. Так вот, рыба для игр. Quake, Max Payne, Alan Wake, CS Source и много где еще. Универсальная. А то, что у вас сейчас на экранах, это Doom Eternal. Кстати, не одну пасхалку я вам тут хочу показать. Есть еще одна очень прикольная и достаточно замысловатая. Так. Находится она на задании Кровавое супергнездо, и тут нужно будет найти и активировать 3 ключа, после чего найти еще и 3 воздушных шарика, которые нужно будет... Сейчас я все-таки попробую сделать для тебя погромче, подожди. Ну, разве что вот так, сейчас посмотрим. Сделав это все, на карте появится огромный торт и... Разве что вот так. Да и все, по сути. Сверху тортика будет еще странная сфера, но не советую ее брать, если возьмете, вам игра... захочет прописать. А Спанч Боб, Скорпенс, Баттл Фо Бикини Боттом, Рехидрейтед. Легендарный игрушечка. Последнее слово, возможно, с ошибкой, но не важно. В общем, хит этого летнего сезона, который не даст заскучать этим летом всем гопом. Хотя, стоп, шутка неудачная. Да, фобы этим летом пролетают, наверное. А, нет, ремейк Мафии еще замечается. Кого? Но я бы на нее тоже надежд больших не оставлял, учитывая качество ремастера до второй части, да и в целом того, что происходит с этой франшизой в последнее время. Хотя, если даже с технической частью будет все хорошо вот в этом плане, я не удивлюсь, если Томми Анджело покинет ряды натуралов. Но я уже вообще не туда полез, поэтому... Вообще не туда. Вот прям как-то от пасхалок что-то мы отошли немножко. Фобе пасхалок не столь много оказалось, и по сути они все причастны к вселенной. Так что и пасхалками это кто-то даже не назовет, а всего лишь отсылками. Однако они очень прикольны, поэтому почему бы и нет. А, во-первых, если вы будете долго стоять на месте, персонажи, как и во многих других играх, будут что-то делать в ожидании ваших действий. То ковырнет в ухе, то прохрустит спиной. И все это во множестве игр было, и ничего тут такого. Однако иногда... Интересно, что конкретно? Конкретно у Спанч Боба там хрустит. Спанч Боб, что Патрик будут корчить рожи, прям как в мемах, которые точно каждый из вас видел, и тут даже картинки при монтаже добавлять, я думаю, не стоит. Также, прикольно. Что касается мемаса, думаю, помните популярный скрин с губкой Бобом-австралопитеком. Так вот, и такую хрень можно найти здесь, в этой игре. Тут она, кстати, очень лаконично расположилась на камне. Но еще есть более локальный прикол, он лишь для тех, кто смотрел первые сезоны губки Боба. Хотя не знаю, если вообще человек, который смотрел только поздние эпизоды, мне кажется... Если человек, который прям все эпизоды полностью посмотрел, вот. Вот мне кажется, такого вообще нет. Что прям, причем все по порядку. Даже по телеку сейчас идут только первый, второй, да и третий сезон. Но неважно. Кто смотрел, тот точно помнит странную и немножко жуткую серию, в которой губка Боб попадает в странное место, где все, я извиняюсь, пердят ртом. И в той серии губка Боб, он никак не мог поймать автобус. Так вот, тут, если вы будете подходить к остановке, к вам тоже будет постоянно подъезжать автобус, но сесть в него также никак не получится. Зато, кстати, вы можете сесть в другой, более крутой транспорт, который, в принципе, можете сделать... Крутой! Такой же, как крутая интеграция. 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 Так, ну что, пацаны, как говорится... И пацанессы. Хотя для начала стоит, наверное, вернуться в прошлое и объяснить вообще, что тут происходит. Дело в том, что было меня направили в отель Вентура для его охраны, так как поступил сигнал о террористическом нападении, и, в принципе, это все, что вам нужно знать. Возвращаемся в будущее. Как вы...
описал его сюжет, предыстория, вот этот лор. Сейчас персонажи все раскрылись. Теперь можно смотреть с пониманием. Уже поняли, с охраной данного объекта я справляюсь отлично, но для вас это не важно. Для вас мне важно показать, что в этом отеле находится под лестницей. Для этого забегаем под лестницу и встаем рядом со стенкой. После чего удерживаем кнопку действия и опа. Вот этого вы, наверное, не ожидали. А вы уверены, что хотите туда спуститься? Спрашивают у нас. Я буду читать на всякий случай, так как вы у меня ленивые. Скримеров по тайм-кодам находите вместо того, чтобы самостоятельно смотреть. Просто, ну это пи***ц какой-то на самом деле, ребят. Никак иначе, кроме как читерами, я вас назвать не могу, но... Он все правильно делает. Видели мы твои скримеры, знаем мы твои скримеры. Так что все вы правильно делаете, продолжайте. Я поддерживаю людей, которые это делают. Это герои, несите их аккуратно. Отсылочку поняли? Поняли, конечно. Нет, не поняли? Ну ладно. Я что-то не то нажал. Это не самый лучший выбор. Вообще-то, это может быть опасно для вас. Я не шучу, вам... А ты понимаешь, что ты с каждой табличкой все усиливаешь интерес и желание идти дальше, понимаешь, нет? Здесь быть не положено. Я серьезно, я не шучу. Разве это не выглядит опасно? И тут как... Вот поэтому и пишите. Пишите, пишите еще раз, пишите. Гадкий мистер Рефорс, гадкий со своими гадкими скримерами. Своими вот этими... Кто еще читер, интересно? Как бы да. Мы... Играющий на человеческих эмоциях и страхе. Рефлекторных, блин. Падаем, и вот еще надпись. Не говорите, что я вас не предупреждал. Что? Бош-паук? Ну ладно. Ну видно, анимация проработана. Как бы, так сказать, поведение, искусственный интеллект. Вот это все. Ну, было сказано, не приходи. 10, Дэвид, штурмовому отряду. Вы... 5, Дэвид, прием. Вы провалили задание. Вообще, похуй. Rise of the Triad. Еще один старый шутер. Мог бы быть, но в нем не было кинчанына, поэтому давайте покажу вам его ремейк, который вышел спустя 20 лет, в 2013 году. И да, вы все правильно поняли, тут есть кинчанын. Находится он где-то, где ему, в принципе, и полагается, на зоне. И тут нужно будет... Хотя не буду я вам объяснять, что тут нужно делать, потому что вы все равно не будете это все сами искать. В общем-то, конечно, вот он кабинет секретный, и тут есть картина с Хромакеем, а еще есть картина с Ким Чен Ыном, голым. Ау. Neon Fury, кстати, тоже может показаться старым шутером, но это обманчиво. На самом деле игра вышла в 2018 году, а потому без Ким Чен Ына тут так не обошлось. Ладно, шучу, здесь все куда круче на самом деле. И чтобы это увидеть, на одной из локаций нужно сначала решить головоломку, а потом перебить всех тараканов, а потом подойти к одной из множества решеток и постоять... А потом что? Буквально парочку секунд на месте для того, чтобы эта решетка открылась. Входим внутрь и вот он. Мемориал Доги. Тому Кайф. Самому мему, который уже... Ну, собственно говоря, да, собственно говоря, умер. И раз уж вообще тема пошла о собаках, Team Fortress 2. Тут на карте с парком аттракционов после захвата точки открываются порталы. И если прыгнуть в один из них, можно будет попасть в коридор, где находится куча комнат. И идем, короче, в последнюю. И да, как вы видите, тут находится маленький песик, наблюдающий за всем, что происходит на карте. Скорее всего, у него... Игровой индустрии сейчас смеются в голос и восхищаются креативностью разработчиков, но на самом деле это плагиат. Ладно, отсылка на другого секретного пёселя, который появлялся в конце Silent Hill 2. Я уже его показывал вроде не один раз, поэтому кто-то обязательно да вспомнит. Я не видел, если честно. Что это такое? А ну и там, где Team Fortress, там и Valorant, как говорится. Покажу вам пасхалку, которая, к слову, является отсылкой к Team Fortress. Тут на карте Haven можно будет найти... Дань уважения. ...местечко снайпера, где из его вещей останется только переноска для винтовки и баночка с яблочным соком. Которая у него, кстати, каким-то непонятным образом не опустошается, а восполняется со временем.
Ставь лайк, если бы тоже хотел себе такую баночку. Fallout 3. Смотри, с чем. Тут нам нужно прийти вот на это место на карте. И что у нас тут? Станция метро Фарагута Вест и Крайслус Билл. Короче, тут у нас станция метро. Это ориентир. И заходим сюда. Ну, а тут наблюдаем вот такую вот картину. Проходим дальше. И вот тут уже реально интересно. Правда, не ждите от меня. А мне кажется, в этой игрушечке столько, на самом деле, пасхалок. Я, если честно, вообще не знаю ни про одну. Но мне кажется, она полна просто этими пасхалками. Мне каких-то объяснений. Я их скорее жду от вас, поэтому... Точнее, она заполнена пасхалками, полна пасхалок. Правильно говорить так. Вот сейчас детальнее всю картину покажу, а вы уже там делитесь своими теориями, догадками и что здесь вообще произошло, короче. А, интересно. Далее... А там наверняка есть какая-нибудь записочка или как там, ну в каком виде потом? Я не помню, в виде, по-моему, записочек или на компах. Короче, по-любому я думаю, что можно найти историю, что конкретно произошло. То есть описание всей этой ситуации, что там есть. Payday 2. Тут у меня, к сожалению, плохая винтовка, извините, плохая она своим прицелом, но все-таки и так вы сможете разглядеть, что где-то в море располагается дверь, которая прилипли два полицейских. Да, с таким прицелом не видно, что это полицейский, но это полицейский, поверьте на слово. Это отсылка к чему? А к чему эта отсылка, ну, как бы очевидно, да? Нет. Поэтому объяснять это... Ну, это Титаник, короче, и игра, кстати, еще... А, ну я подумал про него, ну а при чем тут полицейский? Еще и выстебывает финальную сцену, простите за спойлер, кстати. А ты не видел? А ты ничего не понял сейчас, пока что не понял. Все. Сейчас вот так сделаю, когда закончится спойлер. Где Джек решил сдохнуть вместо того, чтобы забраться на эту самую дверь, а выстёбывает разработчик. Закончился. Бочки — это ачивка, которая переводится как «место для двоих». Что касается Battlefield 5, долго на самом деле думал, показывать вам это или нет, но решил... Долго, за ночами не спал. Просто показать это быстро. Короче, на пустынной карте одного из новых дополнений можно будет откопать настоящий череп с ненастоящим динозавром, с игрушечным. И прикольно. И все. Не знаю, почему это, но... Да, это прикольно, что. Зная DICE, возможно, скоро нас ждет какая-нибудь грандиозная пасхалка в их духе. Ой, давно уже, на самом деле, давно уже что-то, по-моему, многие говорили, гадали, что-то там DLC-шки с динозаврами, еще что-то, но ничего так и не вышло. Может быть, это просто... Думаю, это уже прикол, думал, мне кажется, просто. Короче, что-то под конец выпуска прям тухляк какой-то пошел, поэтому вот вам заряд бодрости под конец. И что еще хочу сказать? У меня уже выпуск жутких мультфильмов готов, поэтому если хотите, чтобы он вышел послезавтра, ничего не надо делать. Сегодня. Да, послезавтра уже наступило, наш видос старый. Но в любом случае, ребята, вот такой вот видосик Мистери Форса. Спасибо, что составили компанию. Понравилось, ставьте пальчики ввысь обязательно. Спасибо всем, кто ставит. Вот, и, ну, если хотите Мистери Форс продолжали, чтобы смотрели мы с тобой, то, естественно, в том числе. Все, комментарии пишите, чем больше, тем лучше. И подписывайтесь, организуйте, подписывайтесь, не забывайте с бубенцами. Ссылочка на Телеграм внизу. Он существует, он есть. Сейчас с Ютубом непонятно вообще, что происходит или произойдет. Поэтому лучше там быть, чтобы мы могли быть на связи. Ну, если вдруг что. Вот, Телеграм пока что работает. Буду рад тебя там видеть. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.